Проводимые экономические реформы в Узбекистане способствуют улучшению позиции нашей страны в международных рейтингах, что в свою очередь расширяет возможности инвестиционного сотрудничества с ведущими странами мира. Отмечают это и зарубежные эксперты. Так, согласно докладу Всемирного банка об экономике стран Европы и Центральной Азии, в первой половине 2019 года доля занятых в неофициальном секторе экономики в нашей стране сократилась на 1,1% и составила 58,2% от общей численности рабочей силы. И тем самым впервые в истории независимого Узбекистана число людей, работающих в этом секторе, сократилось. В отчете отмечается, что рост экономики республики за отчетный период в основном связан с ростом инфраструктуры и инвестиций в отрасль.